Мы от общественного совета МВД поздравляем вас с наступающим праздником 8 марта. Спасибо. Ольгу поздравляем и Софии таким красивым розовым букетом. Сонечка, держи. Мы поздравляем вас с наступающим праздником 8 марта и желаем вам здоровья и безопасности. Оля, поздравляю вас с наступающим 8 марта и с наступившим днем рождения. Спасибо. Счастья и здоровья. В преддверии Международного женского дня члены Общественного совета при управлении МВД России по городу Самаре провели акцию 8 марта в каждый дом. Прекрасной половине человечества вручили цветы и памятки о том, как защитить себя от злоумышленников. Наша акция сопряжена не только, чтобы вызвать приятные эмоции у наших красавиц, но и о пользе. Потому что мы в том числе и уведомляем, что усилились мошеннические схемы, и мы уведомляем, чтобы были осторожны и аккуратны, и всегда могли обратиться к полиции, и чтобы они знали, что они имеют надежную защиту в лице самарской полиции. Очень приятно, неожиданно, очень приятно такую акцию. Очень хорошо проводить на улицах Самары. Я думаю, девушкам, женщинам всем будет очень приятно. На самом деле поднимает настроение. Сразу так радостно на душе, по-весеннему. Поздравляю всех красивых жительниц нашего города и вообще жителей женского пола с наступающим праздником. Желаю всем поддерживать доброту, хорошее настроение и быть любимыми. Поздравить девушек вышли и сотрудники кинологической службы. В этом им помогал пес по кличке Окс. От красоты самарчанок он немного нервничал, но задачу в итоге выполнил на отлично. После чего вместе с напарником отправился на служебное задание. Максим Магомедов, Николай Сидоров, События.